Компания «Аптома» хорошо известна своими уникальными решениями в области проекционных технологий. Помимо них на стенде была представлена линейка светодиодных дисплеев и интерактивные сенсорные панели «Аптома» для образования и бизнеса. Революционный светодиодный Full HD дисплей Quad размером 130 дюймов уникален тем, что собирается всего за пару часов и поставляется как готовое решение в виде двух панелей. Помимо этого, серия Quad выгодно отличается от похожих решений на рынке небольшим весом – всего 125 кг при 130 дюймах, минимальной глубиной 4 см, а также низким энергопотреблением 3 кВт в пике. В этом году представлена новая модель Quadzilla Full HD Q163. Модель диагональю 163 дюйма может бесшовно масштабироваться путем подключения второго такого же дисплея. Есть возможность беспроводного обмена контентом через программу Aptoma TabCast Pro и функционал удаленного управления через фирменное приложение Aptoma. При необходимости легко обслуживается путем замены панелей с фронтальной стороны. Также было представлено решение для прокатного рынка – Quad Show. Это конфигурация на базе Quad с транспортировочным кофром и моторизованным регулируемым по высоте встроенным стендом для мобильного использования. Со стенда Aptoma рассказывает Олеся Вишнякова. В этом году мы представили два светодиодных дисплея. Это уникальное действительно решение. В прошлом году мы получили награду «Лучший продукт года» за дисплей 130 дюймов. Quad 130. И я очень рада сообщить, что в этом году мы также получили вторую награду «Лучший продукт года» на модель Full HD Q163. Один из интереснейших проектов года – цирк, где вместо животных использовались голограммы. Aptoma реализовала этот проект совместно с Blue Box, а на выставке были воссозданы голографические элементы шоу. В инсталляции используется лазерный проектор Aptoma ZK1050 и обратная проекция. Это серия DuraCore с двумя лазерами общей яркостью в 10 000 люмен и разрешением 4K UHD. В прошлом году компания Aptoma с партнером Blue Box организовали прекрасный проект, за который в этом году на этом мероприятии мы получили потрясающую награду. Проект был реализован с помощью проекторов Aptoma, лазерных проекторов Aptoma. Это был цирк, где вместо живых животных были использованы голограммы животных. Новинки в зоне домашнего кино Aptoma UHD-42. Первый игровой проектор 4K UHD с поддержкой HDR и частотой развертки в 240 Гц, яркость 3400 люмен. Aptoma UHZ65 UST – ультракороткофокусный лазерный проектор для дома с поддержкой HDR и 4K UHD. Его можно располагать в 30 сантиметрах от экрана, получая картинку 100 дюймов. Можно скачивать приложение благодаря наличию Android и интегрировать проектор в умный дом. В проектор интегрирован качественный саундбар New Force. Спортивная фан-зона стенда построена на игровых моделях проекторов. На большой экран с помощью двух лазерных 4K UHD проекторов ZK1050 проецируется изображение с яркостью в 20 000 люмен. Они обеспечивают поддержку портретного режима и 360-градусную ориентацию. Проекторы для бизнеса и образования представлены моделями с лазерными источниками света серии DuraCore с яркостью от 4000 люмен. Модель ZH500 UST – это ультракороткофокусная модель яркостью 5000 люмен. ZH606E – с яркостью 6400 люмен. Модель Aptoma ZU720T – это новинка этого года с яркостью 7500 люмен. Имеет сертификацию IP6X и поставляется со встроенной несъемной линзой. Имеет встроенные инструменты для реализации сшивки, горизонтальный и вертикальный сдвиг объектива и может работать в 360-градусной ориентации. Большой привет со стенда Aptoma специально для АВ-клуба.